Цифру. Сегодня воскресенье, 7 июня. Моей маме день рождения. Как вы могли заметить, сейчас мы уже утром поздравили маму, подарили подарки. Подарки были в прошлом влоге. Если вам интересно, то смотрите за 6 число. Он был предыдущий. Также, как вы могли заметить, мы еще уже отпраздновали тортиком. Он был очень вкусный. И вы могли заметить, что он с Орео. Просто там была музыка с авторскими правами, поэтому я не могла снимать, так как просто бы удалил это видео YouTube, так что пришлось мне ставить свою музыку. Ну и, конечно же, сейчас мы уже поедем на Байкал, будем собираться и будем там отмечать день рождения, будем, наверное, жарить шашлыки, хотя погода то плохая, то хорошая, на самом деле весь июнь так. Надеюсь, что все будет отлично и дождя не будет. Не могла мне показать главный атрибут моего лука, это вот такие вот яркие голубые носки с пончиками-мороженками. Они так поднимают настроение, поэтому решила сегодня надеть голубого цвета. Еще вот такие красивые с рисунком. Так что, кому тоже нравятся яркие носки, то пишите в комментариях. Я люблю все, и белые, также у меня есть базовые, но решила, что сегодня праздник, почему бы не надеть такие яркие носки, чтобы выделяться. Ну вы только посмотрите на этого милашку. Что, Лепсик? Вот всегда на нем так камера не фокусируется, потому что он черный, и вообще ничего не получается, очень странно. Ну что ж, мы выбрались на улицу. Очень холодно, на самом деле я сейчас в худи, точнее в свитшоте, но очень холодно, поэтому сейчас я еще надену куртку, потому что на Байкале, наверное, вообще будет очень холодно. Так что сейчас мы фотографируемся и потом едем. Идет такой небольшой моросящий дождь, поэтому погода так себе. В прошлом году была погода лучше, уже в июне. Я очень счастлива, что купила эту сумку для ноутбука, сейчас это я уже положила. И сегодня я как раз таки ее выгулю, тем самым возьму ее с собой, пока буду ехать, потому что ехать где-то примерно 40 минут. Домонтирую влог, который вы уже видели 6 июня, потому что он получился очень большим, длинным и интересным, веселым. Так что кто не видел, смотрите, там просто мы с девочками отрывались по полной. Вот смотрите, какую сумку мы купили, чтобы ничего не размораживалось. Вот так она выглядит, летняя с арбузиками, но сейчас у нас что-то вообще не лето. Тут что у нас? Шашлык. Тут, наверное, тоже тут мясо. Вот такое вот. Да, это тоже мясо. Вот это вот помидоры. Какая-то большая тарелка. И вон еще. А, тут, получается, грибочки, помидоры, зелень. И вон еще мясо. Вот такая вот у нас огромная сумка со всякими вкусностями. Надеюсь, что там не будет дождя, и мы сможем пожарить. Если нет, то это будет плохо. Точнее, если будет дождь, то это будет плохо. Еще бананы вот. Еще мясо у нас одно бутерброда. У меня сегодня лук, худи. Еще я надену куртку синюю, но на всякий случай взяла еще и зеленую, потому что мало ли там будет очень холодно. И вот Настя лук, покажись. Вот такая Настя. You bumble people, and you're bored, 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 and
Вот сюда мы приехали. Тут видите беседки. И, наверное, тут мы будем жарить шашлыки. Дождя нет, слава богу. И, как видите, рядом Байкал. И вот такое огромное количество беседок в лесу. Тут вот так много беседок разных. Есть закрытые, есть открытые. Мы арендовали закрытую беседку. Вот такую. Вот так будет наша беседка, которую мы арендовали. Уже положили свои вещи, сейчас будем жарить шашлык. Да. Ой, всем привет, ребята. В зелёной куртке. Это такая полузимняя куртка, потому что очень холодно на самом деле. Мам, хоть уже лето, но вот мы фоткаемся сейчас и гуляем, пока что ждем шашлыки. Чуть не упало. Так что вот так вот холодно возле Байкала. Тем более вообще мы сейчас на Байкале, но еще и плюс вообще холодно, поэтому пришлось надеть куртку. Но хотя бы пока что без шапки, слава богу, но уже холодно. И знаете, что я забыла? Я хотела сжечь сборник УГЭ. Я его забыла, вот. Так что сейчас было бы очень классное видео с сжиганием УГЭ сборника, но не судьба, видимо. Но я думаю, что скоро мы тоже куда-нибудь поедем. Потом я его обязательно возьму, все-таки сожгу, потому что я очень хочу это сделать. Вот, у меня прям такое желание. Так что, так. Мам, смотри, утка. Какая утка? Где? Вон, блин. А, вон. Чайка. Катер. Едет по бескрайнему Байкалу. Самому величайшему озеру России. Мне кажется, и мира. Самое красивое озеро, самое чистое, самое пресной водой. И супер красота. Смотрите, как тут красиво. Бескрайние просторы Байкала окружают нас, и это безумно классно выглядит. Очень круто находиться именно в Иркутске, где рядом можно всего лишь за 40 минут попасть уже к самому красивому озеру страны, к Байкалу. Только посмотрите, какая красота. Смотрите, какое у нас мясо. Шашлык замаринованное. Помидорчики, грибы. Лепешки мы купили тут тоже. Вот оно, смотрите, уже мясо на решетке. А вот у нас готовятся грибы. Вот. Мама маринует. Так получается. Думаю, что очень вкусно. И вот такая вот у нас красивая природа. Тут Байкал вид. А тут у нас уже нарезаны помидорчики, огурчики и зелень также. Так, вот у нас первые грибочки. Лепешка тоже подогрета. Вон овощи. А может... Еще у нас есть спрайт. Вот, смотрите, какое вкусное мясо. Иди сюда. Сейчас будем кушать. Еще есть такое мясо в белом маринаде. Тоже еще не пробовали. Тут у нас еще мясо, мы будем тоже его кушать сейчас. Уже, которое я вам показывала, в белом маринаде было. Вот, посмотрите, как выглядит Байкал. Спустились вниз, сейчас пойдем на горы. Так вот Юля залезла на гору. На скалу. На скалу. Да? Глаза такой открывай сейчас полностью. Как будто ты вообще прям наверху скалы. Вот сейчас мы находимся возле Байкала. Фоткаемся, у нас, посмотрите, забралась на скалу, вообще на самый верх. И сейчас пойдем дальше, лезть на гору. Мы прослушаем музыку, поэтому тоже вот снимаю, бывает, куда она залезла.
Куда она залезла, посмотрите. Скалолаз у нас. Не знаю, как она будет слезать, главное, чтобы она не упала. Не упади! Удачи! Вот мы уже поднялись выше, вон оттуда. И вот такой красивый вид. Вот, смотрите, какая тут красота. Посмотрите, докуда мы забрались. На какую гору. Тут у нас обрыв. Вот так красиво выглядит Байкал. Не знаю, пойдем дальше, но мы очень высоко. Очень долго еще дошли. Не знаю, как мы будем сюда отсюда спускаться. С нами пошли еще не все, потому что иначе, мне кажется, это жесть. Но посмотрите, какая красота. Вон, посмотрите вниз. Видите, скала? Посмотрите вниз. Скала, видите? Посмотрите, ребята, где я? Я сейчас нахожусь возле Байкала. А именно, я возле обрыва. Посмотрите, как тут страшно. Дальше обрыв. Ну, реально, там очень страшно, но это незабываемая красота. И я просто рекомендую всем хоть раз в жизни побывать на Байкале. И то, что живу я в Иркутске, это очень классно. Какой тут обрыв. И вот так вот мы идем, спускаемся уже вниз. Потому что полюбовались красотой Байкала. Сейчас мы остановились, чтобы взять рыбу. И поедем уже домой. Шашлыков у нас стало еще очень много, еще полная тарелка. Настя мнет слайм. Также дома у нас тортик. Еще овощи, осталось очень много всего. Полазили, как вы могли заметить, все горы. Просто красивые места. Так что Байкал — это очень крутое место. И отличный повод съездить туда, когда сейчас карантин. Тут не очень много народа, тем более можно держать дистанцию. Поэтому вместо всяких разных торговых центров лучше сходить, конечно же, на природу, где много мест, куда можно сходить, где нет народа. Вон, видите, там рыбка копченая. Вот тут мы выкупали. О, смотрите, тоже какой-то магазин. А там целый рынок. Там очень много народу и на самом деле страшно даже. Смотрите, как там куча людей. Какое яблоко в карамели. Я не знаю, правда, смогу ли его съесть с брекетами, но вот так оно выглядит. Тоже тут продается. Надеюсь, что оно вкусное и я смогу его съесть с брекетами. Ну что ж, я вам обещала показать еще влог назад, как у меня теперь выглядит моя стена, что я сделала с гирляндой, пока что вот так. Не знаю, на самом деле, может быть, я еще раз переделаю, уже второй раз ее перевешиваю. Сначала у меня висело вообще на стикерах, поэтому пока что это выглядит все вот так. Сейчас покажу, как будет ночью, но пока вот так выглядит. В темноте, конечно же, все очень красиво и круто светится.